Всем привет! В этом видео я покажу, как делаются субтитры для видео на YouTube, для того, чтобы люди, не понимающие вашего языка, могли понимать, что происходит на экране. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы на моем канале в творческой студии, вот. Это менеджер видео. Здесь мы выбираем лидеры просмотров, выбрали. И вот видим, что лидеры просмотров у нас с субтитрами. Ну, стрим, он без субтитров. Потому что, ну, долго нету смысла стрим переводить. И получается, мы сейчас сделаем на видео про фотореле. Нажимаем изменить. Вот мы заходим сюда. Так, здесь кнопка субтитры. Нажимаем ее. И у нас здесь русский язык, автоматически сделаны субтитры. Нажимаем добавить новые. Выбираем английский язык. В нашем случае будет это английский язык. Сделаем субтитры на английском языке. Можно загрузить файл, но у нас нету готового файла. И поэтому мы будем вводить вручную их. Нажимаем ввести вручную. И вот здесь мы уже будем вводить, собственно, субтитры. Так, здесь слева у нас есть столбец, куда мы будем текст вводить, и он соответствует вот этим всем вкладочкам под видео. Их можно растягивать, можно перемещать по временной шкале, и перемещая их по временной шкале, мы видим, что меняется время. Здесь слева в столбце. Красный вот этот разделитель, это меточка у нас, где, собственно, происходит воспроизведение нашего видео. Здесь также мы можем перетягивать по временной шкале, перемещаться. Вот таким вот образом. Слушаем первую фразу, которая вот здесь находится, и у нас тут открыт переводчик, Google переводчик, русский и английский язык. Переводим с русского на английский, вводим текст нашей фразы, и вот переводчик нам перевел, сразу копируем, вот эта кнопочка скопировать. Так, есть кнопочка для проверки, обратный перевод. Каждый раз мы проверяем, если плохо знаем или не знаем вообще языка, постоянно перепроверяем. Возвращаемся к субтитрам нашим и вводим их вот здесь вот в первом поле. Вставляем то, что мы скопировали в переводчике. Проверяем. Ну, вот у нас появляются субтитры. Так, послушали следующую фразу, возвращаемся в переводчик, печатаем эту фразу. Копируем ее сразу, перепроверяем. Если все нас устраивает, то возвращаемся обратно на YouTube и вводим наши субтитры в следующее поле. Второе по счету. Скопировали, вставили туда. Все, пишем дальше. Скопировали, перепроверили. Все нас устраивает. Возвращаемся на YouTube и вставляем в следующее окошко. Наш текст скопированный. Мы его чуть-чуть увеличим, растянем. Так, перепроверим.
И таким вот образом делаем все остальные наши субтитры. То есть каждую фразу по отдельности. Вот как переводчик может нас ввести в заблуждение, либо нашего зрителя ввести в заблуждение, и переводит другой смысл, не то, что мы закладывали в наше видео. Поэтому нам надо будет перефразировать. Бывает, что и несколько раз перефразируешь. И тогда смысл будет уже совпадать с тем, что мы вкладывали в наше видео. Такой же смысл, чтобы был. Все, наконец-то мы добились нужного результата. Лишние можно окошки эти удалять. Вот есть два крестика. Один удаляет это окошко, а крестик, который снизу, прибавляет дополнительное окошко после этого же окошка. Если вы напечатали текст с опечаткой, либо с ошибкой, переводчик вам помогает и предлагает внизу вариант. Если он вас устраивает, можно его нажать и тогда его уже переводить. Также в субтитры вписываются надписи, названия различные, которые появляются на экране. И они закрываются в квадратные скобки. Таковы правила субтитров. В описании под видео будет ссылка на сайт, на котором вы сможете узнать все правила по субтитрам, по оформлению и по разметке субтитров. Так, перетянуть так здесь нельзя, прям эти окошки, поэтому мы его удалим. Это вернем немножко назад, растянем. И создадим новое окошко, и в него уже тогда вставим скопированный наш текст, который закрыт в квадратные скобки. Это он означает, что это надпись на экране, которая. Также все сноски, все уточнения, которые в виде надписей появляются у нас на экране в нашем видео, мы также вносим в квадратные скобки и вставляем дополнительные окошки, делаем и вставляем в наше видео, в наши субтитры, чтобы зритель мог понимать, что у нас написано. Так, мы в начале видео нашего, и здесь вот есть вверху такая вкладочка с крестиком, можно добавить дополнительное окошко. Оно появится там, где наш красный разграничитель, вот этот указатель. Мы его ставим в начале нашего видео. Я вам покажу сейчас, что будет, если оставить какое-то пустое окошко. Здесь как бы ничего не происходит, все, субтитры у нас как бы нормально, да? Опубликовать нажмем. Выйдем отсюда пока. Вот у нас уже английские субтитры есть. И смотрим на нашем видео, как будет выглядеть это пустое окошко. Нажимаем проигрывание. Так, субтитры надо включить. Вот, вот такое вот пятнышко. Это как пустое окошко наше, которое мы не удалили. Так что не забывайте, удаляйте все лишние пустые окошки.
нажимаем английские субтитры, возвращаемся. Так, тут у нас кнопочка есть изменить, вот она, на нее нажимаем, и можно будет тогда уже менять, добавлять, дополнять, либо что-то удалять из наших уже готовых субтитров. В нашем случае надо удалить, получается, вот первое окошко наше пустое, все, мы его удалили. Нажимаем опубликовать. Так, возвращаемся в главные настройки по изменениям. Тут у нас имеется кнопочка, вот вкладка перевод, ее тоже нужно будет перевести. Вот здесь мы выбираем язык перевода, добавить. Так, язык, на котором говорят видео. У нас это русский язык, поэтому мы выбираем здесь русский. На какой язык перевести? Это у нас будет английский. Находим английский. Выбираем английский язык. Нажимаем добавить. И здесь вот у нас наш русский язык. Мы копируем. Возвращаемся в переводчик. Переводим на английский. Копируем это все. Перепроверяем. Все у нас перевод устраивает. Возвращаемся и вставляем название уже на английском языке. Точно так же делаем и с описанием. То, что у нас на русском языке. Переводим в переводчике на английский. Вставляем в описание уже перевода нашего. Также я скопирую тут все мои ссылки на мои соцсети, и в английском переводе они также будут. Так, сохраняем мы это все дело. Возвращаемся. Так, нажимаем лидеры просмотров. Ну, вот наше видео с новоиспеченными субтитрами. Вот у нас появилась сноска, что оно оснащено субтитрами, это видео. Нажимаем его. Видим, действительно, оно идет уже с английскими субтитрами. То есть наши субтитры все работают, все готово. И зритель, не понимающий в нашем случае русского языка, сможет видео просмотреть с субтитрами на английском языке. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.